Мы, прогуливаясь по выставке, зашли на стенд Запорожья, Запорожья. Очень здорово пообщались с руководителем стенда. Нас пригласили в Запорожье. Обязательно поедем в гости. Вот такие логотипы сейчас. Город разработал уникальный логотип, и вообще у них концепция очень интересная. Развивают тему туризма. Я думаю, что он будет один из самых привлекательных городов Украины. Посмотрите все-таки, как красиво на выставке туризма. Хочется куда-нибудь съездить. Вот обратите внимание на стенды. Поэтому приглашаем на выставку. Приходите. Здесь есть все регионы представлены Украины. И вообще как бы концепция выставки очень интересная. Вот есть еще и большой актовый зал. Мне сама конструкция нравится. Обратите внимание, как сделаны стенды. Из картона. Из картона. Посмотрите. Таким вот образом все здесь построено. Очень красиво, оригинально, и я так думаю, это экологически чистый продукт. Это не просто так сделано. Стенды сделаны из картона для того, чтобы это было экологически чистое. И легко убирать. И легко убирать, да. Обратите внимание. Приглашаем на выставку. Приходите.